Orestes? Orestes? Чеки. Оставь меня. Чикенкира, проснись, дочка. Папа, дай поспать. Детка, проснись, кое-что произошло. Папа, в чем дело? Дело в том, дочка, что твоя мама наглоталась таблеток. Что? Доброе утро, кузина. Ты могла бы встать? Да, конечно. Осторожно. Осторожно. Прости. 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 Такое ощущение, будто меня переехал бетонный укладчик. Прости, толстушка, я имел в виду не тебя. Как неловко, Орестес. Мы спали вместе? Ну, скажем, не совсем так. Просто я проиграл бой нокаутом, а ты впала в глубокую кому. Ты не спишь, толстушка, ты умираешь. Как стыдно, Орестес. Я не хотела. Послушай. Толстушка, не переживай. Просто я был твоим матрасом. Вот и все. Сейчас я тебе объясню. Видишь ли, вчера вечером... Не нужно. Я вспоминаю. Какой кошмар, Орестес. Я поднялась на сцену. Да, ты выпила лишнего, поднялась на сцену, без моего ведома вырвала у Алехандро микрофон и начала петь дурным голосом. Какой стыд. Конечно, ты подумаешь обо мне плохо, но я не сама поднялась, меня затащили. Валентина, я принесла твою одежду. Орестес? То, что от него осталось, нимфа. Ну, ты даешь. Ты что, спала с кузеном? Вы нас ужасно напугали. Слава богу, все обошлось. Ну и напугали же вы нас. Я ничего не помню, Рита. Только помню, что не могла уснуть и приняла несколько таблеток. Если бы несколько. Вы приняли слишком большую дозу. И поэтому чуть не умерли. И что сделала ты? А вы как думаете? Сразу врача вызвала. Здесь были только мы с Матео. Мы были в отчаянии. Я тоже была в отчаянии. И в одиночестве. Потом пришел сеньор Лоренцо. Он очень огорчился, взял таблетки и выбросил их в помойку. А где он, Лоренцо? Я здесь, маньяка. Мама! Мама, зачем ты это сделала? Неужели ты хотела умереть? Дай мне объяснить. Понимаешь, вчера Ариадна и невеста Орестеса Чики... Угостили меня коктейлем. Больше ничего не говори. Ты напилась? Да. Конечно, не без помощи этих змеев. Мне было так плохо, что Орестесу пришлось везти меня домой. Да ну. Ничего не говори, я угадаю. Он тебя привез, уложил в постельку и остался с тобой. Какая красота. Скорее, это я его уложила. Ты уложила? Я его придавила. Упала на него и придавила. И за всю ночь он ни разу не смог пошевелиться. Бедный мальчик. Извлеки урок. Больше не слушай этих девушек. Пойду на кухню, сделаю тебе чаек, чтобы снять последствия перепоя. Я знаю, что это такое. Однажды я тоже перебрала. И после этого поклялась, что никогда больше не буду пить. Ты должна сделать то же самое. Да. Неужели я правда пела и танцевала, как безумная? Какой ужас! Какой ужас! И все это по вине Ариадны и, разумеется, Чики. Я была посмешищем при Орестесе. Валентина, это тебе урок. Валентина, запомни это на всю жизнь. Это тебе урок. А они мне заплатят. Наверное, вечеринка удалась, потому что вы даже спать не пришли. Да. Удалась.
Будь любезна, принеси мне свежевыжатый грейпфрутовый сок. Да, но сначала вытру пыль с кубков. Они красивые, когда их получают. А потом только собирают пыль. Этот не трогай. В чем дело? Я его не разобью. Дело не в этом, Мирайда. Это последний кубок, который я выиграл. Он еще чистый. Иди, иди, принеси мне сок. Хорошо, как скажете. Не забудь. Хорошо. Что за тайну скрывает сеньор Арестас в этом кубке? В чем дело? Что вы хотите услышать? Мама, что значит, в чем дело? Мы с папой чуть не умерли со страха и имеем право потребовать у тебя объяснений. Ты должна как минимум назвать причины, которые у тебя были, чтобы заставить нас всю жизнь ходить в трауре. Все, все, хватит, Чики. Так тоже нельзя. Да? Тогда объясни мне как можно, потому что я едва не стала дочерью самоубийцы. Я не пыталась лишить себя жизни. А что же, муньека? Зачем ты наглоталась этой дряни? Потому что в последнее время я очень подавлена и не могу уснуть. Мама, если ты подавлена, возьми сумку и походи по магазинам. Или сходи в салон красоты, измени внешний вид, сделай массаж. Смена имиджа помогает преодолеть депрессию. Дочка, если бы новая прическа и массаж могли вылечить боль души. Чики права, маньяка. Тебе нужно выходить, заниматься благотворительностью или чем ты там захочешь. Нельзя все время сидеть дома, тебе это вредно. Очень вредно. Больше всего мне вредит одиночество. Но, к сожалению, оно становится моим постоянным спутником. Поэтому я пью снотворное, чтобы уснуть и не думать, что я такая одинокая. Я больше ни за что не пойду в этот притон. Убежище развращенных бездельников и пластиковых женщин. Франклин, ради бога, не преувеличивай. Я преувеличиваю. Преувеличиваешь. Нельзя злиться на всех только потому, что одна дуреха наорала на нас. Я бы сходила туда еще разок. Я бы тоже. Отстань. Классное место и люди хорошие. Ну, кроме Фифы, которая нас выгоняла. Хорошие люди? Да? Настолько хорошие, что нам пришлось вмешаться, чтобы прекратить издевательство над несчастной девушкой. И ты это знаешь. Ради бога, не будь занудой. Занудой? Конечно. Это притон испорченной молодежи. Ты же видела, как они глумились над бедной толстухой, как смеялись над ней. Я уверена, что мы должны рассказать об этом крестной, Франклин. Скорее всего, эта толстушка ее племянница, понимаешь? Успокойся, Беатрис. Мы сегодня же узнаем, племянница ли Цаца та девушка, что была в клубе. Я это выясню. Она хранила тайну. Она была самозванкой. Вульгарной самозванкой, комедианткой, которая... Стоп, стоп, стоп. В чем дело? Что это за статья? Я не потерплю твоей глупой шутки.